В Одессе 14-летнего ребенка, который залез на товарный поезд, ударило током. В конце концов, он получил 90% ожогов тела. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, который произошел ночью на железнодорожной станции Одесса-Застава-1, и решают вопрос о его квалификации. Юноша находится в тяжелом состоянии в городской 10-й больнице с электроожогами 2-3 степени. Вчера в 8 вечера был доставлен мальчик 14 лет в наш ожоговый травмопункт в крайне тяжелом состоянии, с комбинированной травмой, ожог пламени вольтовой дуги, электроожог 2-3 степени, 90% поверхности тела, крайне тяжелый ожоговый шок. Пока прогнозов никаких мы не даем, мы не можем дать прогнозы, все, что необходимо, это он все. И лечение получает. Только что мы сделали под наркозом перевязку.